Преподаватели Института дизайна и пространственных искусств КФУ провели мастер-класс для обучающихся университетской школы. Подробнее об этом в следующем сюжете. Университетскую школу при Елабужском институте КФУ посетили преподаватели Института дизайна и пространственных искусств. Среди них директор школы искусств Эльза Баширова, заведующая кафедрой конструктивно-дизайнерского проектирования Альбина Гайдук, преподаватели Елена Денисенко и Мария Лужбаева. Специалисты провели творческий мастер-класс для обучающихся третьего класса и рассказали о важности использования экологичных вещей. Нам кажется, что проблема мусора – это очень острая проблема, и детям мы решили об этом рассказать через творчество, через творческую деятельность. Помимо занимательной практики для учащихся начальной школы, преподаватели Института дизайна провели 11-классникам лекцию «Из чего сделан город». Специалисты в сфере архитектуры в формате видео рассказали о типах зданий и характерных чертах каждого из них. Роберт Хасанов, Айдар Нурмеев, Универньюз.